Да-да, друзья, вы совсем не ошибаетесь. Это кухонная деревянная доска, разделочная для нарезки хлебобулочных, ну и других продукций, в частности, для колбасных. Тема для меня новая, тема для меня как бы для обсуждения совсем уж не моя тема, но я все-таки решил сделать небольшой, так сказать, очерк о колбасе, которая продается в магазине Пут в городе Герои Севастополя. Давайте все-таки посмотрим. Каждый из вас разбирается наверняка в колбасе и знает, что такое колбаса вареная, колбаса полукопченая и копченая. Правильно? Давайте посмотрим, рассмотрим сегодняшний вариант. Колбаса полукопченая, особая. Вот так вот она выглядит на картиночке. Ну, вроде бы аппетитно, да? Класс. А вот так вот она выглядит в действительности. Давайте мы сделаем отрез один и посмотрим. Небольшой, пускай вот такой ломоть. Давайте мы покажем, как бы с одной стороны. Если посмотреть непосредственно вот на вот эту картиночку, ну, по цветовой гамме вроде похоже вот на вот это, да? Но я вам хочу сказать, что и по цвету, и по консистенции эта колбаса напоминает вареную, именно вареную колбасу. Каждый из вас знает, что такое вареная колбаса. И в данный момент, ну и по цветовой, посмотрите, она так, имеет такую же заливку, как очень много ароматизаторов различных. Это вареная колбаса, вот это обычная вареная колбаса, только она с жиром. И она продается как полукопченая, и я лично я не понимаю, в чем дело. Друзья, если вы понимаете, в чем дело, пожалуйста, дайте мне в комментариях знать, что это вообще за колбаса, что это вообще за производитель. Кстати, производитель Агрокомплекс. Агрокомплекс, натуральные продукты. Лично я не понимаю, зачем нужно продавать обычную вареную колбасу под лейблом полукопченой колбасы, при этом, естественно, завышать цены и все такое. Пожалуйста, если у вас есть возможность, напишите комментарий, если вы разбираетесь в этом, пожалуйста, напишите комментарий, будет очень полезно не только мне, но и другим читателям моего канала. Большое спасибо, всем до свидания, ну и обязательно подписывайтесь на канал, будет что-то интересное. Ну и в дополнение я бы хотел немножечко показать все-таки вручную, что это за колбаса. Вот так вот она ломается, вот так вот она выглядит на разрезе. Вот примерно вот. Ну, то есть обычная вареная колбаса. Я не вижу здесь ничего полукопченого. Может, они вареную колбасу коптили? Вот. Обычная варенка. Поэтому, пожалуйста, ваш комментарий в студию. Всем спасибо. Всего доброго. Пока-пока.